любимый Олежка. Действительно, многие подписчики говорят, заметили уже, да. У меня особое чувство к этому льву. Красавцу. Он приехал в парк. На моих глазах, так скажем. Вместе с Легой они были. Поэтому... Ну и вообще, вот как-то бывает, как говорят, любовь с первого взгляда. Да? Олежка. Ох ты какой, мой сладкий. Ложись. Под кустом раз. Ну, куда пошел? Зайчик. Сейчас мы за ним пойдем. Мне нравится, что сегодня ВКонтакте увидела видео, где оно, правда, коротенькое, но я была удивлена, что Олежка совсем в другом конце сафари был. Поэтому... Ай, ты мой сладкий. Ой, боже, какой же ты у меня красивый. Ай, какой красивый. Ложись. В цветочках тоже. В ромашках не захотел, да? Хвостик мой. Ой, немножко повернула в сторону. Внимательно наблюдает. Ух ты, золотой. Чубчик золотой. Смотрите, какой у него взгляд важный. Столько в нем достоинства. Не знаю, это непередаваемое. Всех львов люблю, всех они красивые, всех. За всех переживаю, ругаюсь на них. И попами обзываю, когда особенно дерутся. Но вот Олежка какой-то особенный. Посмотрите, глаза какие. Умные, мудрые. И вот он действительно интеллигент до кончика хвоста. Да? Ты высматриваешь свою красоту ненаглядную. Ну, еще не вечер. Придет. Еще солнышко светит. Хочется, чтобы он... Ну, с одной стороны, я не знаю. Мне кажется, ему комфортно одному здесь, и девчонки к нему, я очень рада, если в прошлом году... К нему только на разборки приходили пацаны, вот, а сейчас у него девочки посещают, и вы знаете, я рада. Да, да. Есть, как и люди, одиночки, любят одиночество, любят сами по себе. Вот. Поэтому и Олежка такой, ему не нужна компания. А девочки, пожалуйста, приходите в гости. Он всегда им рад. Ты мой сладкий. Я его даже в нос целовала, а сейчас уже, конечно, думаю, что это неосуществимо. Вот, он уже взрослый. Ой, ты мой, посмотрите на этот разрез глаз. И какой взгляд у него, да? Знаете, скажите, любуйтесь мной, посетители подошли. Скажи вам в профиле, так? Я его готова снимать бесконечно, каждый день. Так что всем большой привет от любимого красавца Олежки. У него много поклонников. Да? Зайка моя.
Какие мы сладкие. Да. Он просто закрыл, зевает. А так у него все нормально с головами.